7 апреля отмечается День здоровья и 70-летие Всемирной организации здравоохранения. По этому случаю генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш выразил надежду на получение необходимой медицинской помощи каждым жителям планеты, независимо от места нахождения. Эта цель закреплена в повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года. По данным ВОЗ, за последние 70 лет средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 23 года. Однако половина жителей планеты не имеют возможности получить жизненно необходимую медицинскую помощь. Одни не имеют страховки, другие не в состоянии оплатить услуги врача. В своем послании Антонио Гутерреш отметил, что благодаря усилиям международного сообщества и, в частности, Всемирной организации здравоохранения, удалось покончить с оспой и почти победить полиомиелит, сократить масштабы материнской и детской смертности. Таким образом, девиз 2018 года – здоровье для всех. Праздник отмечают и в Казахстане. Сегодня пройдут оздоровительные мероприятия и благотворительные акции в клиниках нашей страны. В Шымкенте больше 200 человек получили бесплатные консультации врачей за 1 час. Из них около 40 обратились за помощью к эндокринологу, 25 кардиологов, 65 сдали экспресс-тесты на ВИЧ. Эти и другие услуги узкопрофильных специалистов предоставлялись горожанам во время акции «Быть здоровым – это модно», организованной в рамках Всемирного дня здоровья в одном из торгово-развлекательных центров Шымкента. На катке выступили юные фигуристы. Они призывали горожан вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек. Эта акция охватила все крупные торгово-развлекательные центры города, и продлится она 2 дня. Я приехала из Ордо-Басинского района, когда узнала, что здесь будет проводиться такая акция. Меня проконсультировали кардиолог и терапевт, эндокринолог. Это очень удобно, особенно для малообеспеченных семей, которым платные услуги не по карману.